Привет всем выжившим! И да, мы продолжаем изучать мир Fallout 76, и на этот раз мы пытаемся получить маску радикалов. Если что, я буду играть за персонажа, вкачанного в харизму, что позволит мне получить дополнительные награды. Но это не обязательно. Полное создание персонажа я не стану показывать, но забегая вперед, хочется сказать, что все, что нам нужно, это в каждом диалоге с радикалами указывать, что мы хотим вступить к ним в банду. И как я говорил, до 5 уровня я буду прокачивать одну только харизму, что позволит мне получить дополнительные награды уже в самом начале игры, как только мы выйдем с убежища. И вот мы добежали до бара. Теперь все, что от нас требуется, это взять свое первое задание и после расположить свою первую базу. После чего нужно будет загрузить данные на метку, которая находится рядом. Хочется также сказать, что с введением жителей количество наград действительно увеличилось, и от наших характеристик будут зависеть диалоги, что, естественно, не может не радовать. Ну что ж, и вот мы расположили свой первый камп и поставили рядом табличку. Теперь все, что от нас требуется, сходить на вышку и загрузить свои данные, которые находятся примерно рядом с баром. И вот мы дошли до вышки. Теперь все, что от нас требуется, это загрузить пленку для трансляций. После чего нам нужно вернуться в свой лагерь, где нас будут уже ждать радикалы. Кстати, телепортироваться в свой лагерь можно бесплатно. И лично я выбрал диалог, где я хочу вступить к ним в отряд, после чего выбрал диалог за харизму. Далее мы возвращаемся в бар, где нам уже говорят, что стоит наведаться к нашим радикалам. Но перед этим нам стоит наведаться к фермерам на ферму Якорь и выведать у них пароль. Опять же, ничего сложного, и если у вас прокачано восприятие, сила или харизма на 3, то вам будет несложно его заговорить. После чего я отправился прямиком к базе радикалов, где сказал, что хочу примкнуть в их ряды. Говоря с главарем, можно воспользоваться характеристикой ловкостью, силой или интеллектом, прокачанной на 4, но я ему сказал, что принесу сокровища, что в принципе меня полностью устраивает.
that treasure, then yeah, you have a place here. Well, what are you waiting for? После чего мы возвращаемся в бар и сообщаем о том, что переговоры прошли успешно, но нас посылают на новое задание. В целом ничего сложного, все, что нам нужно, это настроиться на волну и отправиться на метку рядом, после чего нас отправят в пещеру напротив. В пещере нас будет ожидать довольно большое количество горелых, но в целом ничего сложного. По возвращению в бар нам нужно экипировать голову штурматрона, после чего нас отправляют найти для него новое тело, которое находится ниже бара. Если мы хотим завершить эту миссию без лишней стрельбы, то все, что от нас требуется, это выбирать самый верхний диалог, после чего у нас будет вариант диалога за прокачанную на 3 харизму. По возвращению в бар мы сообщаем роботу, что нашли для него новое тело, после чего нас отправляют обратно в пещеру, где мы как раз таки нашли этого самого робота. Но на этот раз у нас есть ключ и пароль. В самой же пещере все просто, все, что от нас требуется, это держаться правой стороны, как вы видите на видео. Дальше мы убираем свое первое легендарное оружие, ну, предполагается, что это будет наше первое легендарное оружие. В целом, все зависит от ваших вкусов. И вот наша заключительная часть квеста, где мы получаем свою маску. Ну, предполагается, что мы ее получим, если отдадим свое легендарное оружие. Но если у вас прокачанная харизма, то вы можете оставить себе это самое оружие. Все, что от вас требуется, это прокачанная на 4 харизма. И да, если вам не понравилось свойство вашей маски, то вы можете сразу после диалога с бандитом выйти из игры и зайти обратно, после чего все диалоги сбросятся. И вы можете забрать свою награду заново. И повторять это снова и снова, пока вас не устроит. Ну а на этом, пожалуй, все. Надеюсь, вам удалось найти свою маску мечты. Если вам понравилось это видео и вы хотите больше подобного контента, или наоборот меньше, то пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, и да, пока-пока, и до скорого.